Програма «Цирк на воді» існує 2 роки. І в Дніпрі її вже бачили. Отже, щоб здивувати глядача, довелося зробити деякі зміни. Понимаете, ми постоянно работаем над этой программой, потому что вот буквально каждый день что-то совершенствуем, что-то меняем. Я вам скажу, что вот перед Днепропетровском мы вообще очень сильно поменяли программу, потому что чуть ранее эта программа, не эта программа, но этот коллектив приезжал, и чтобы показать не то же самое, а показать уже Днепропетровскую новую программу все-таки, ми практично зробили 80% змінення артистичного. Фактично не змінний тільки один інгредієнт програми – вода на цирковому манежі. Артисти кажуть, працювати із водою незвично. Складно, але цікаво. Воду треба нагріти. Це в першу чергу, щоб туди могли опуститися водний балет. В холодну воду тяжело ж там щось поплавати, взагалі щось зробити. Фонтани, щоб вони видавали максимум эффекта, максимум красоты, но при этом не мешали работы остальных артистов, как на суше, так и на воде, в той же воде. Вот, ну, естественно, зрителей. Очень много нюансов, потому что площадка довольно-таки маленькая для работы не на воде. То есть минимально и ограничения присутствуют. Честно говоря, мелочей очень много, и это очень большой труд все это собрать воедино, чтобы это была конфетка. Но я думаю, что у нас это получилось. Вода теплая? Не могу сказать, что совсем теплая, но и не такая уж и холодная. Ну, честно говоря, сегодня премьера, я не успел ощутить, потому что волнение присуще всем. Я с самого рождения этой программы, и мне здесь очень комфортно, потому что, если вы заметили, у меня реквизит, фонтан и все это. И мне нравится, коллектив хороший, и сама идея мне очень нравится. Мне кажется, что я там неплохо как бы... То есть я чувствую себя там комфортно, да, вот именно вот то, что надо. В Дніпрі програма «Цирк на воді» пробуде до 25 лютого.